Вот такие вот лошадки у нас в нашем замке. Ку-ку! Я Белька! И сегодня мы надуваем батут! Сегодня мы надуем вот такой вот батут. Магический замок. Замок для принцессы. Здесь есть шарики. И вот такую вот еще лошадку можно будет надуть. И заполним батут вот такими вот мячиками. И шарики посыпались, да? Это наша лошадка. Мы ее сейчас надуем. И сам батут. Да, и сам батут. Ну что, Амелька, смотри, какой у тебя батут получился. Бассейник, да, такой манежик? Принцессы. Да, там дырочка. Да. Вот такой вот замок у нас. Для принцессы? Да, для маленькой принцессы. Маленькая, маленькая принцесса. Ты маленькая принцесса? Только я не знала. А вот смотри, она тоже принцесса. С короной. И здесь вот такая вот. Смотри, кто у нас есть. Лошадка. Лошадка. Тоже надувная, да? Да. Ну что, давай шарики туда будем запускать. Давай. У нас есть целый мешок шариков. Целый. Да? Смотри, целый. Держи. Целый. Держи. Открываем. Оп. Ну что, давай высыпать? Давай. Подожди. Это бассейн мой. Это мой бассейн. Да? Он с водой. Шариками, бассейн с шариками. Нет, он с водой. Это бассейн. Бассейн? Ой. Да. И что ты делаешь? Это красавчик. На единороге прыгаешь? Да. Амелька, попрыгушка. Ну что ты, попрыгала единороги, да? Амелька прыгает на единорожке на нашем, да, нашем замке. Добавить сюда и игрушки. Еще игрушки? Да. А это кто у тебя здесь? Смотри. Кто это, Амелия? Вот это? Вот это? Да, а кто это? Это My Little Pony. Это лошадки My Little Pony? Да. Ты нам покажешь? Это они к тебе в гости пришли? Да. К единорогу? Вот такие вот игрушечки My Little Pony пришли в гости к Амельке, да? В батутсе, да? В замок принцессы. Вот такую вот лошадку зовут Флаттершай. 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 Она вот такая вот желтенькая. У нее такие волосики. Розовенькие. Маленькой принцессе. Кто это? Это Флаттершай? Скажи, кто это? Кто это? Это Флаттершай. Флаттершай. Да, эта лошадка зовут Флаттершай. Вот она такая желтенькая, розовые волосики у нее. Крылышки. Вот такая вот она мягенькая игрушка Флаттершай. Ты что, кусаешь ему рога? А это кто? Это сумеречная искорка. Сумеречная искорка, правильно. Амелия уже знает. Вот такая вот вторая лошадка, сумеречная искорка. Она вот такая вот сиреневого цвета. И у нее такие волосики красивые. Сиреневый. Какой это? Это. Фиолетовый? Фиолетовый. Хорошо, будет фиолетовая. Подходит до этого? Да, так подходит к нее. Да, как раз такого цвета. Да, подходит. Вот такая вот сумеречная искорка. Она тоже единорожек. Вот, единорожки наши. Похожи? Желтенький к желтенькому, да? Да. А вот смотри, у этой есть рожек и у этой рожек. Единорожки. Похожи? Не похожи. Ну ничего. Вот это похоже? Нет. Оранжевый тоже не подходит, да? Вот такие вот лошадки у нас. В нашем замке. Да.